Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашей студии очень уважаемый мной гость Данилов Игорь Михайлович. Здравствуйте. Игорь Михайлович, хотелось бы затронуть тему грядущих катаклизмов. Совершенно очевидно то, что они уже происходят, и они нарастают с шокирующей частотой. Мир стоит на пороге глобальных катаклизмов. А чем живет общество, чем живут люди в мире, когда происходят катаклизмы? Ну, люди живут тем, чем мы жили до них. Единственное, кого это затрагивает только тех людей, которые попадают как раз в эпицентр этих катаклизмов. Вот у них начинается проблема, у них беда, им нужна помощь. Но, к сожалению, сегодняшний мир не готов, это правда, не готов оказать помощь тем, кто страдает. Скажем, мы наблюдали уже и не раз это, когда помощь приходит слишком поздно, а иной раз вообще не приходит. Это обусловлено в первую очередь нетерпимостью людей друг к другу. У нас, к сожалению, сейчас всеми силами воспитывается общество потребительское, потому что во главе угла идет экономика у любого государства. Ну, понятно, что и частные интересы определенных людей, групп людей, ну и государств в целом, а государство, к сожалению, это не сообщность людей, живущих там, а государство — это определенная группа людей, которые управляют этой страной. Но так есть, это действительно, и у них интересы совершенно другие. Да, люди озабочены, они мыслят, я имею в виду элиты, они мыслят глобально для того, чтобы экономика развивалась, для того, чтобы даже люди лучше жили, чтобы зарплаты выше были. Необходимо, чтобы потребление росло. И вот вырастили потребительское общество. А потребление, оно прежде всего, значит, что затрагивает? Эгоизм, гордыню, зависть и все остальное. То есть, вот, если у тебя есть какая-нибудь модная одежда, мне понравилась, я тоже должен купить ее. Глянул на твои сережки, мне захотелось. Ну, я утрирую просто. В этом принцип потребления. То есть своего рода такая вот негласная реклама, ну и гласная реклама и все остальное. Но вот в этой гонке за экономическим богатством, к сожалению, упустили самое элементарное — человечность. Люди стали нетерпимы друг к другу. И мы это наблюдали. Сейчас в этот период наблюдаем, и чуть раньше, вот, когда началась беда, да, и вынуждены были всего лишь несколько миллионов людей мигрировать в Европу. Ну и это привело практически к коллапсу Европы. Так это несколько миллионов. В принципе, это уже не секрет, об этом можно говорить, что в ближайшие годы подвергнутся миграции, ну, по крайней мере, несколько миллиардов человек. И что тогда? И ведь действительно, то, о чем вы говорите, реально происходит. В 2014 году ученые «АЛЛАТРА Сайенс» выпустили доклад, в котором четко описали глобальные катаклизмы. Не прошло и 2 лет, а события развиваются с такой невероятной скоростью, таких масштабах. События развиваются в соответствии с этим докладом. Я знаком с этим докладом. К счастью, он вышел в очень коротком варианте. Слава Богу. Потому что людей пугать не нужно. Это в первую очередь. Люди должны жить спокойно. Но и в то же время они должны быть предупреждены. Действительно, ситуация усугубляется, климатология и во многом другом. Ну, это не суть важна. Хуже всего, что ситуация усугубляется в человеческих отношениях. Вот, как мы уже говорили чуть ранее, в нетерпимости друг друга и тому подобное. Банальный эгоизм. Вот это доминирует в людях. А это сказывается на всем. Это сказывается на обществе, это сказывается на семье. Это сказывается, ну, буквально на всем человечестве. Вот это проблема, конечно. Так не должно быть, должно быть по-другому. Люди должны, по крайней мере, уважать друг друга. Если не любить, то хотя бы уважать. Понимать, что он такой же крови, как и ты, вне зависимости от национальности или еще чего-то, он тоже человек. И в принципе, если бы люди могли это осознать на сегодняшний день, они были бы более человечны. И таких проблем бы не было, как вот произошло в Европе. Но здесь не только европейцы виноваты в этой проблеме. Вина обоюдная и иммигрантов, и принимающей стороны. Это обусловлено тем, что ни те не воспитаны. Просто в буквальном смысле слова. Они приходят в чужую культуру со своей привычкой, со своей культурой. Они как бы вырвались на свободу и считают, что могут делать, что хотят. Они приходят и считают, что им все должны. Это тоже неправильно.
Если человек привык жить определенными устоями, достаточно малого вмешательства, он уже чувствует дискомфорт. А дискомфорт вызывает что? Негодование, правильно? Ну, естественно, здесь порождается так очень легко ненависть. Мы видели не раз, наблюдали, что происходило там с этими бедными людьми, которые вынуждены были, они так много пережили, но и пострадали еще из-за того, что не все, подчеркиваю, а лишь единицы из них, которые вели себя невоспитанно. Они хулиганили, они совершали преступления, ну и много другого. Но вот эти единицы, они вызвали негодование у местного населения. И были жесткие столкновения, и в принципе довольно тяжелыми последствиями. Это неправильно. Это происходит потому, что упускается момент воспитания людей, в буквальном смысле слова. У нас сделали модно быть богатым или хотя бы казаться, что ты богат, значит, ты чего-то стоишь. Mm-hmm. Но у нас не модно быть человеком, вот простым, добрым, хорошим человеком. А это упущение очень серьезное. То есть немножко бы, вот если поменялся вектор, но это зависит опять-таки от самих людей. Не стоит уповать на элиты, на государство или… А что такое государство? Государство — это люди. Вот как мы говорим, элиты. Что такое элиты? Это те же люди. А в большинстве своем они очень разочарованные люди. А почему? Когда они стремились дорваться до власти, стать богаче, у них были планы, и им казалось, что вот встану, и все изменится. Но когда они пришли туда, ничего не поменялось. Они как были со своими проблемами, только головной боли добавилось. Поэтому они хотят стать еще богаче, еще влиятельнее, и за это все время борются. У них нет покоя, они действительно несчастные люди. А почему? Потому что любой человек чувствует внутри, что истина, а что нет. Вот как бы сознание ему не рассказывало об этом, что и не отодвигало на потом, вот, что в ближайшем будущем что-то изменится и будет хорошо. Внутренний человек чувствует и понимает, что это все сказки. Но опять-таки он подается на уловки своего сознания, ведь лучше верить в хорошую иллюзию, да? Ну, люди так и поступают, верят в иллюзию. Идут наперекор совести, наперекор чести всему человеческому, в себе человеческому, для того, чтобы быть как все, для того, чтобы стать выше всех и управлять всеми. Ну, это тоже беда. Поэтому уповать на тех людей, они так же несчастны, как и все остальные, не стоит. Мне кажется, все-таки вот вопрос решения проблем для людей, выход, да, это выход, люди сами должны организоваться. Они должны объединиться, должно быть единение людей. И люди сами должны потребовать. От того же СМИ не реклама, не зло. Ведь у нас пропагандируется везде зло. Нам везде рассказывают, чтобы мы не включили, насилие, еще что-то идет. То есть покупай и бойся. Вот такая тенденция. А может быть, немножко поменять риторику. Ведь кто, скажем, потребитель этого товара в первую очередь, это люди, правильно? Если мы с тобой не захотим потреблять этот товар и к нам присоединятся остальные, то рынок, он будет диктовать свое. Они вынуждены будут давать нам тот продукт, который нам нужен, правильно? Правильно. Иначе его никто не будет брать. Так кто виноват? Мы. Если люди не умеют просто или боятся объединяться, что это? Или не видят, не знают, как это сделать? Многие не верят в это. Не верят просто. Многие не верят, многие боятся. Это опять-таки навязанные шаблоны. Опять мы говорим о навязанных шаблонах. И это действительно так. Эти шаблоны навязываются людям искусственно для того, чтобы они больше потребляли, меньше думали о себе как человеке, а больше думали о себе как о потребителе. Правильно? Боролись за выживание, пытались залезть на голову другому для того, чтобы стать выше его. Ну, как бы такой вот уровень жизни. Но мы понимаем, что человек, он дуален. И вот мы подходим немножко к этой теме. В человеке есть, как говорится, материальная часть и часть духовная. Материальная часть, она смертна. Она болеет, она страдает, она завидует. Это и есть то проявление высшего эгоизма. Или гордыни, скажем так, это самого страшного греха, который только может быть, да, который делает из человека животное. И вот вопрос, что доминирует в человеке? Если в человеке доминирует духовность хоть немножко, то он все-таки сможет осознать и понять, что хорошо, что плохо. Что плохо быть животным, потому что чего бы ты ни добился в жизни, это все пустое. И в действительности, что бы ты ни обрел, ты этим обладать не будешь. И все конечно. И все заканчивается. И заканчивается гораздо быстрее, чем этого хочется. А тем более современному, скажем так,
ну, климатической такой, современной климатической ситуации, скажем мягко, все-таки людям лучше быть людьми для того, чтобы протянуть руку помощи друг другу. Здесь еще один есть, это я говорю для людей, которые как раз находятся на сознании и больше все-таки поддаются, скажем, страстям земным, да, чем духовным вещам. Это выгоднее. Это кажется, что нас это не достает. Угу. Катастрофы происходят там. Это сегодня не там происходит. Завтра они произойдут у тебя дома. Тебе поможет сосед? Нет, конечно. Если он будет таким же, как и ты. Правильно? Так что нужно сделать? В первую очередь протянуть руку дружбы соседа. Посмотреть вот так в глаза друг друга. Просто посидеть и посмотреть и подумать. Иной раз даже слов не нужно. Для того, чтобы понять, что все мы одной крови. Правильно? И вот тогда будет жалко соседа, если с соседом беда случится. Когда ты будешь готов помочь этому соседу, это будет означать, что и сосед сможет помочь тебе, если беда придет в твой дом. Но пока ты сам не готов помочь соседу, не жди от него помощи. Он такой же, как и ты. Он живет в тех же самых условиях. Правильно? Правильно. И ведь действительно модель поведения людей в моменты, когда происходят какие-то бедствия и катаклизмы. Люди на вопрос, как ты себе представляешь, как это будет происходить, представляют себе только один вариант, какой-то хаос, беспредел, как будто бы у них в сознании нет другого сценария. Естественно, нет. Давай посмотрим фильмы катастрофы. Угу. Какой сценарий? Все рушится, все погибают, спасается лишь единица, да? Да. А, опять-таки, кто спасается? Элита и тех, кто нужен элите. А остальные в хаосе. Здесь многие люди себя чувствуют обреченными, а другие, кто пошустрее, они стремятся стать, если не элитой, то хотя бы нужным элите. Понимаешь? А это подталкивает, это настраивает людей на что? На духовные поиски, на человечность, на единение или еще на что-то. А какое может быть единение, если все рушится? Вот, ну так воспринимают. То есть предлагается модель, что ты спасешься, если ты будешь ближе к элите. Если не элитой, то хотя бы неотъемлемой ее частью, слугой. Правильно? Тогда ты сможешь спастись. Ну, хоть какой-то, да, шанс будешь иметь. Но опять же, спастись, да? Все мы, ну, четко понимаем, что человек смертен. Еще нет ни одного человека, который бы. Сознание-то рассказывает другое. Угу. Что будет жить вечно. Оно ведь не рассказывает, что ты сегодня или завтра умрешь. Оно рассказывает тебе, что ты будешь жить долго. В этом феномен сознания. Это самый страшный лжец, который может быть. А вот человеку тяжело это осознать и понять. В том, что как это сознание, ведь это я, и, ну, вот разделить себя и сознание. Ну, мы поговорим об этом еще чуть-чуть позже. Хотелось бы поговорить о теме духовности, что наше общество не сможет выжить в период катастроф без духовно-нравственных основ. Что люди вообще понимают под таким понятием, как духовность? В большинстве своем. В большинстве своем. Ну, в большинстве своем люди понимают, что такое духовность — это сходить в храм прилюдно, причем чтобы тебя все видели обязательно, чтобы считали тебя духовным человеком. Ну, в зависимости от религии произвести там какое-то молитвенное действие. Ну, на этом духовность и останавливается. Mm-hmm. А, ну еще обязательно, как же. Все вспоминают, что они духовные, что они дети Божьи, что Бог им должен, когда с ними что-то случается. Ну, я не беру большое, глобальное, тогда уж тем более. Животик заболел, Господи, за что? Да? Потому что съел что-то нет. К доктору надо идти, а не Богу голову морочить своим больным животиком. Разве не так? И аккуратнее надо быть в выборе пищи. Такой момент, смогут ли люди консолидироваться вместе в районе не то что планеты, региона или какого-то континента, а умеют ли они консолидироваться просто между собой в обычных взаимоотношениях, просто в семье? На сегодняшний день беда ведь не только в обществе, да, но даже вот в семейных ячейках. Угу. Если мы посмотрим, сколько разводов, ну это действительно катастрофа. А причем мы не берем нашу страну, мы берем мир. Везде эта проблема. А почему? Опять-таки мы подходим к потребительскому обществу, к высшей степени эгоизма человека, да? Его гордыни, нетерпимости. Ведь пока люди встречаются, собираются там жениться там, или замуж выйти, то они уступают друг другу, у них горят гормоны, ну и тому подобное. Но сказка заканчивается свадьбой. А потом начинается жизнь. И вот здесь как раз и возникают проблемы. Если человек
не готов, скажем, уступать, поступаться, то обязательно начинаются конфликты. Обязательно. А конфликты — это трение, это возникновение ненависти и нетерпимости друг к другу. И вот, вот здесь выступают уже моменты, ну, ответственности, если есть дети, да, там какой-то это сдерживающий фактор является, сдерживающий. Ну, зачастую сейчас уже и дети не влияют, скажем так, на решение супругов разбежаться. Ну, зачастую еще могут терпеть один другого, ну, как бы такой негласной договоренности. Кто-то зарабатывает, а кто-то за ним ухаживает. Ну, такое как слуга и господин. Но если мы глянем, как устроен мир и как устроена материя, то все становится на свои места. Ведь в действительности любая материя, она пытается доминировать на другой материи. Если мы глянем, как живут животные, да, то есть сильный, он диктует слабому, слабый прислуживает сильному, и он слушается. И вот те же самые инстинкты срабатывают у людей, и в семейной ячейке, и кругом. И вот здесь без духовности возникают проблемы. Вот многие еще, хотелось бы тоже затронуть тему, многие обвиняют различные религии, там секты, еще что-то, вот попал в секту и разбежались. Как бы виновата религия из-за того, что человек стал верить в Бога, и он решил со мной развестись там, или она разрешила от меня уйти. А что происходит на самом деле, если посмотреть, да? Ну, часто и густо бывает и такое. Человек идет в религию не для того, чтобы познать мир духовный, то есть действительно как-то стать ближе к Богу, а его что-то увлекает. Новая компания, какие-то интересы, еще что-то. Он наслушается всего, приходит домой и начинает учить. То есть учительство, скажем так, человека, не обладающего знаниями, не имеющего личного опыта. Естественно, это как форма манипуляции. То есть это определенные инструменты человек получает для того, чтобы, вот, как некоторые говорят, помочь своим ближним. Ведь они же заблуждаются. Я-то знаю, куда я иду к Богу. А вот люди не знают, вот мои родные и близкие, я же хочу им помочь. И нарушается что? Первое правило. А первое правило, оно как раз и гласит, да? То есть если мы возьмем во всех религиях, оно не прописано, но оно есть. Это свобода выбора. То есть какой бы он тебе ни был родственник, близкий, любимый, дорогой, он человек, он свободный, и он вправе принимать решение то, которое ему нравится. Правильно? Если тебе нравится какая-то религия, пожалуйста, будь в ней, но уважай другого человека. Мы ведь знаем, опять-таки мы знаем это, что да, даже у нас вот сколько знакомых общих, это люди, которые, скажем, в одной семье, но исповедуют разные религии. И они живут хорошо и друг друга уважают. Почему? Потому что люди действительно духовно более развитые. И вот это то, что дает духовное развитие в любой религии. В принципе, вот немножко отклонюсь от темы. Религия что дает в первую очередь? Она дает возможность человеку прийти к Богу. Правильно? Да. У каждого свои пути. На самом деле путь один. Инструменты разные. Ну и вот, получив эти инструменты, если человек действительно что-то исполняет и действительно стремится, он обязательно дойдет туда, куда он хочет. Я имею в виду Бога. И вот развиваясь на этом пути, приобретает что? Какие качества он? Уважение к другому человеку. Он понимает, что доминирует в его второй половине, скажем так. И даже если вторая половина ведет себя немножко неадекватно, ну как бы с его позиции, в нем там демоны сидят, или он на животной там стороне находится в данный момент, то понимая это, хочется лишь помочь этому человеку, правильно? Потому что он страдает. Но и будешь ли ты ему навязывать свое мнение? Нет, конечно. Правильно? То есть взаимопонимание, взаимоуважение — вот элементарные вещи, которые помогают сохранить семью, если на то есть желание. Но если у людей нет желания, они по-любому разбегутся. Чаще всего возникает еще одна причина, когда кто-то идет в какую-то религию, вдруг с ни с того ни с сего начинает ей увлекаться, проводит много времени и мало времени уделяет второй половине. Правильно? Потребительство. Потребительское отношение к друг другу. Раз он пошел туда, он занимается своим духовным ростом, а здесь, извини, дети сопливые бегают. Ну и все. Уже ссора, уже скандал. Мне времени мало уделили, дети сопливые, а ты занимаешься духовным ростом. Какой ты духовный, да? Ну и пошло слово за слово. Ну и как всегда, кастрюлькой по голове или еще что-нибудь, и разбежались. А потом, кто виноват? Религия. Так кто виноват?
Конечно же, сам человек. Конечно, сам человек. Это как раз то, от чего человек должен избавиться. Прежде всего. Правильно? Научиться жить в уважении и любви друг к другу. Обязательно. Истинно, в духовном понимании этого смысла. И вот начиная с элементарной самой малой ячейки семейной и заканчивая глобальное общество. Если в мире происходят драки, и это поощряется, вот берем, мы часто видим, да, вот сейчас, например, футбольные фанаты подрались с теми и с теми противостояния. В каком цивилизованном обществе это допустимо, что люди избивают друг друга? На каком-то фанатизме, на каком-то неуважении или еще что-то. Это нормально? Об этом пишут, рассказывают, смеются с этого, и вроде это воспринимается как нормально. Любая агрессия одного человека против другого должна быть осуждена обществом. Разве не так? И любая агрессия должна быть прекращена, и агрессор должен быть что? Изолирован от общества. На перевоспитание хотя бы, как минимум. Вот тогда это цивилизованное общество. Тогда спокойно можно ходить по улице, правильно? Правильно. А что нам надо? Что хочет любой человек в этом мире? Мы как-то уже касались одной из передач этих тем. Что нужно человеку в этом мире прежде всего? Я не беру духовный поиск, я беру материальную жизнь. Знаете, все сужено до зоны своего комфорта. Вот какой-то комфорт. Абсолютно правильно. Удовлетворение. Но этот комфорт, он прежде всего. Это уже второе. На первом месте стоит безопасность. Безопасность. Это прежде всего. А вот потом уже начинается весь эгоизм, правильно? А безопасность — это опять-таки что? Взаимоуважение друг к другу. Когда человек не пойдет грабить другого, да? То есть это нетерпимо в обществе. Это не поощряется общество. Это обязательно наказано. А не так, что ну, вот, один украл у другого, все посмеялись, да? Вору вора, палку украл. Ну, как бы. Люди не доверяют друг другу. А недоверие, оно зарождается прежде всего в самом себе. Из-за чего возникает недоверие? Начнем с того, потому что ты сам не доверяешь никому. Разве не так? Так. Правильно. А из-за чего ты не доверяешь другим людям? Потому что прежде всего ты не доверяешь себе. Ты понимаешь, вот любой человек, он прекрасно понимает, что в нем что-то не так. Если он задумывается и начинает думать. Но сталкиваясь с моментами, самосознание или самопознание, скажем так, а ведь это проходит любой, вне зависимости от религии, когда человек на духовном пути, вот мы опять вернулись к религии, видишь, вот так, когда человек на духовном пути, в духовном поиске, он обязательно сталкивается с самоанализом и самонаблюдением. И как бы ни называли там ум, сознание, разум, вот личность, да, ну нам вот ближе личность понятие, то есть это то, что отделено как бы от ума, но оно тут же рядом. Но все говорят, не наделяй внимание свою, не наделяй внимание мысль. Почему? То есть экономь внимание. Во всех религиях есть. Это есть и в исламе, это есть и в христианстве, и очень много великих людей, которые действительно велики, потому что постигли что-то. Они об этом говорили. То есть дурные мысли не наделяй вниманием. Получается, внимание — это сила, правильно? Правильно. То есть, ну, по этому поводу очень хорошо расписана «АЛЛАТРА». Это не для рекламы «АЛЛАТРЫ», а просто для пояснения, почему. Вот опять-таки хочется задеть. Вот многие «АЛЛАТРУ» называют религией, сектой или еще что-то. «АЛЛАТРА» — она не может быть религией, потому что то, что рассказывается об «АЛЛАТРЕ», есть в любой религии. Вот какую бы религию мы ни взяли, если отбросить песок, который люди намыли, то остается просто знание об «АЛЛАТРЕ», правильно? Многого нет, многое исчезло, многое говорилось людям на то время, пророками, именно в таком ключе, чтобы люди поняли. Но если мы это сопоставим, в принципе, это те же самые синонимы того, что рассказывается в «АЛЛАТРЕ». Беда в том, что понять это могут люди лишь тогда, когда они развились духовно. Ведь многое в том же христианстве, в том же исламе, буддизме, да что бы мы ни взяли, люди пропускают мимо себя. Почему? Потому что они не понимают сути некоторых слов, некоторых вещей. А вот здесь как раз возникает проблема, что люди, которые постигли духовно что-то, а таких много было в действительности, они описывали, они рассказывали свой опыт, но они пытались облечь в слова свои чувственные восприятия. Тот мир пытались каким-то образом пояснить людям здесь. Естественно, шло ну, как бы усложнение этого. И понять это можно, лишь постигнув самому.
по-другому прочитаешь, для тебя это просто слова. В христианстве есть интересный такой святой Силан Афонский, знаешь, да, вот он рассказывал о перевернутой пирамиде. И вот вершиной перевернутой пирамиды как раз и являлся Христос. И вот сподвижник, человек, ищущий, идущий по духовному пути, он должен был углубиться в саму пирамиду, к вершине, там, добраться до Иисуса, то есть углубиться для того, чтобы познать эту истину. Это действительно соответствует. Если мы берем условности, примерим к тому, кто идет по духовному пути, и вот уберем просто образы, а таким вот ассоциативно, вернее, возьмем, то это действительно ведь так. Он облёк в слова свой опыт. Это интересно. Но кто это может понять? Тот, кто имеет только этот опыт. Правильно? Даже тогда были понятия и сравнения. Те же самые, вот, что в «АллатРе» приводятся, рассказываются, да? Но в «АллатРе» рассказывается современному человеку на современном языке, в упрощенном понимании. Конечно, скажем, в сжатом понимании, ну, оно дается достаточно для понимания. Но это к чему? Что и тогда, даже Силан, он тоже об этом рассказывал. Он тоже давал эти ассоциации. По-другому рассказать сложно. А вот человек, который, ну, скажем, как мы вначале говорили, потребитель, да, воспитанный в современном сообществе, что он расскажет? Как он это поймет, вернее? Не что он расскажет, как он поймет это? Но он не знает другой мерности. Да, что такое перевернутая пирамида? Почему я должен заботиться о всех? И даже в отношении к Богу. Вот какое отношение у человека в действительности к Богу на сегодняшний день? Даже, скажем, те, которые называют себя верующими, они, приходя к Богу внутренне, они считают, что раз Он здесь, раз Бог меня послал сюда, значит, Он мне уже должен, понимаешь? Ну, у них как бы уже какие-то активочки имеются. Значит, Бог ему обязан здоровечко подправить, жизнь наладить и тому подобное. Ну, разве не так? Да, достаточно обратиться раз Конечно. В год, месяц. Ну, в лучшем случае и то попросить материального, да? О здоровье, о семье, чтобы все было хорошо. А вот это как раз относится к материальному. И вот те святые, которые действительно постигали, они ведь говорили, кроме как о спасении души, у Бога просить ничего нельзя. Ведь в действительности, вне зависимости от религии, люди, которые постигали, они так и говорили. Почему? Ведь, ну, если мы глянем правде в глаза, то не религия спасает, а Бог спасает. Правильно? Правильно. Но лишь тогда, когда человек делает усилия, когда он саморазвитием занимается, духовным саморазвитием, когда он занимается постижением этого процесса. Вот если взять, допустим, жизнь Мухаммада Ислам, да, ведь те, кто жили при нем, они удивлялись, и вот многие это описывали. Есть на сегодняшний день источники, в которых можно это прочитать для тех, кто хочет. Ведь он очень много времени уделял молитве. Не простой молитве, а глубокой молитве. Он достигал глубокого чувственного восприятия. Почему? Потому что человек стремился опять-таки пребывать там. И он своим примером показывал, как это постигается. Но опять-таки, возвращаясь с чувственного восприятия, он начинал облекать это все через ум, через разум в слова. Скажи, кто может это понять? Только Понимаешь? Тот, кто сможет прочувствовать. Совершенно правильно. Или тот, кто хотя бы стремится к этому, правильно? У которого есть стремление, он хотя бы немножечко думает не мозгами, извините за выражение, а душой, правильно? Это неправильно. Не может человек душой думать, есть личность, ну и тому подобное. Но это образное выражение. Пропускаем через душу. Ну так понятнее будет. Раз уж мы коснулись темы Силана, то здесь, я думаю, было бы уместно упомянуть о процессе духовного становления. Если помнишь, он рассказывал. Я знаю, что ты читал, поэтому я говорю так, если помнишь. Когда он рассказывал о землетрясении, которое произошло во время служения, и самое поразительное, вот что его удивило, ведь тогда, в то время, Силуан еще не был настолько духовно окрепшим. Но его удивило, что братья во время землетрясения, когда действительно происходило, скажем, содрогание здания, в котором они находились, даже камни падали, как он описывает,
он испугался, и он начал думать о том, что надо бы выйти, но увидел, что рядом с ним стоял настоятель, который ничуть не изменился, продолжал свою молитву, и братья остались. Лишь вышло, как он утверждал, там 6 человек, испугавшись. Он остался, понимая, что когда человек в Боге, то ему нечего бояться. И вот это вот действительно дало ему толчок, понимание. Он не зря это описывал. Почему? Потому что он понял, что такое пребывать в Боге и что такое не бояться. Человек, когда находится в состоянии, скажем, общения с миром духовным или с Богом, ну, кому как удобнее, то он осознает, что тело бренно, оно все равно может умереть. И он дорожит вот этим даже маленьким, пусть даже коротким промежутком общения с миром духовным или же с Богом, да? И он гораздо больше это ценит, чем жизнь материально. И вот этот важный переломный момент, который произошел у Силуана, он как раз и сделал его тем, кем он в последующем стал. И вот более позднее его описание, если мы коснемся, то интересно, когда он пишет уже о том, что в молитве не должно быть мысли. Не то что слов, даже мысли не должно быть. То есть нельзя цепляться за что бы то ни было, даже за добрые мысли. Ведь мысль, приходящая во время молитвы, а молитва в данном случае для него это уже была духовная практика. Не просто набор слов, которые человек повторяет как мантру в надежде что-то получить, а это уже процесс общения с миром духовным. И любая мысль, которая проходит, пусть даже она добрая, она отвлекает к себе, и она привлекает внимание. А вложение своего внимания, оно совершенно правильно усиливает позиции кого? Сознания. Угу. И мысли начинают уже человека атаковать по-настоящему, и он утрачивает молитву. И вот вернуться обратно потом в это чувственное состояние, которое он приобрел, бывает крайне сложно людям, ну, на первом этапе, скажем так, познания от мира духовного. А в дальнейшем, конечно, человек, когда развивается, он просто не допускает отвлечения ни на какие мысли, картинки в голове или еще чего-то. И вот интересно, он этот опыт описывал. И об этом же чувственном опыте опять-таки мы возвращаемся к Мухаммеду. Мухаммед это говорил. Во всех религиях говорится именно о чувственном восприятии мира духовного, о ценности того контакта и удержании этого. И вот многие люди, они задаются вопросом, а как удержать это внимание, да? Вот. И вот здесь становится опять-таки вопрос, что значит удержать. И что значит удержать внимание? Как может человек удержать внимание на мире духовном? Вот это чувственное состояние. Ведь здесь уже противоречие даже в самих словах идет. А это значит, что в человеке есть противоречие и непонимание самого процесса этого. То есть человек, он ходит кругами, пытается чувствовать, что это есть что-то, а постичь не может. Почему? Потому что он пытается постичь умом. А умом постичь невозможно. Вот мы говорили о практиках, о молитвах, которые совершал Мухаммад, mm-hmm. да? Что он по несколько раз в день, ночами, там, он, как описывают его современники, он там треть ночи уделял как раз молитве. Вот именно вот этим чувственным глубинным состоянием. Почему? Потому что человек, постигая вот именно вот эти тонкости общения с миром духовным, он не хочет оттуда уходить. Почему? Там настоящее, там живое, там истина. А возвращаясь, скажем, в этот мир, ну, человек сталкивается с реалиями его сознания. Он не сталкивается с реалиями этого мира. Он сталкивается с реалиями иллюзий, которые выдает ему его сознание. Вот, вот это более правильная формулировка. Ведь ну, мы можем коснуться опять-таки вопросов для лучшего понимания опыта современных нейрофизиологов, да? И к чему мы придем? К тому пониманию, что ум играет над нами злые шутки. Вот то, что мы называем умом, сознание, имею в виду. Ведь действительно в жизни вся ставка почему-то у людей делается на мозг. Ну, это сознание, скажем так, не мозг наш, мозг — это всего лишь функциональный орган, сознание. Да. А сознание, оно ведь формирует нашу, как говорят, личность психологии, да?
то, что мы воспитываем в себе, а воспитываем мы сами своим выбором, что мы выбираем. Ведь у нас в жизни много примеров, даже в детстве. Но что-то нам акцентируется, запоминается, кого-то мы копируем, и таким образом мы развиваемся. Что стоит за этим на самом деле? Вот если разобрать, что такое сознание и что такое личность, да? Вот мы затронули интересную тему, хотя о ней много говорилось, о ней много писалось, есть и Аллатра, есть и масса других источников, и много святых, которые затрагивали эту тему. Она действительно интересна. Впечатлило в свое время исследование ученых о том, что мозг говорит нам заранее, что делать, так он еще и говорит о том, что мы сами приняли это решение. И вот ты понимаешь, что просто разыгрывается спектакль. Спектакль. Сколько хочешь спектакль. Ролей сыграется для тебя. Сознание лишь, крутит вот… спектакль для тебя. И вот здесь ты отметила. А вот многие люди, к сожалению, не понимают, кто такой ты, кто такой я. Понимаешь? Вот свое я. Для кого разыгрывается спектакль? Ему, он всегда является не просто зрителем, а участником, неотъемлемой частью. А, ведь у всех людей… Сознание работает идентично. Ну, у кого-то оно более развито, напичкано всякими знаниями, у кого-то менее. Но сценарий, шаблон один и тот же. Человек мыслит не словами, человек мыслит картинками и действиями в глубине. Потом на большем плане оно переходит в какие-то слова, в образы и все остальное. По большому счету человек даже не подбирает слов, когда говорит. Он пытается найти определенные слова. Вот любой может задуматься, а как он говорит? О чем он думает, да? Вот откуда появляется мысль, как она приходит? Вот это же работа сознания, это опыт, практика, это, ну, как бы постижение, процесс воспитания, самовоспитания, саморазвития или развития, не имеет значения. Ну, это накопленный багаж определенных знаний. И вот ими я руководствуюсь. Если я не знаю какого-то слова, я его не буду употреблять. Это действительно так. Но с откуда и каким образом формируются слова, которые воспринимает другой человек, которые воспринимаем мы. Каким образом в нашем сознании, сознание разыгрывает нам целый спектакль? Ведь часто какую-то ситуацию, которую мы пережили в детстве, ну, нам постоянно проигрывается, особенно эмоционально нас цепляющая. И она продолжает нас, скажем так, раздражать, удивлять или еще что-то, вызывать эмоции. И люди часто возвращаются к этим ситуациям, которые прошли абсолютно правильно, бесконечно, прокручивают, переживают. А что происходит и зачем? Сейчас мы перейдем немножко, скажем так, ну пусть это будет метафизика какая-то, да? Ну, так. Кому как нравится. Но если разбираться в данном процессе, скажем, не из позиции вот строго нейрофизиологии, потому что там скучно, пошел импульс, так все. Сработало, нейрончик возбудился — это бред. Химические процессы и физические, которые происходят, — это следствие тех невидимых процессов, которые являются, ну скажем, надстройкой над нашим сознанием. В нашем сознании я бы сравнил со сценой, которую мы лицезреем. А вот тот, кто лицезреет, вот это и есть Личность в действительности. И вот немножко отвлекусь от темы, духовная практика как раз или молитва, она должна выполняться от тем, кто лицезреет, зрителя, но без вот этих актеров на сцене. Вот тогда проходит все очень быстро, и тогда действительно человек постигает духовный мир. Ну а теперь возвращаемся опять-таки к процессу, скажем, нашего театральщины. Часто и густо. Мы наблюдаем, как в нашем сознании даже двое, трое людей спорят, да? Сознание может порождать все что угодно, любые сцены. И мы отводим себе роль. Вопрос, а мы ли отводим себе роль какую-то? Кто отводит? Отводит на самом деле сознание. И самое интересное, что даже в этом споре она отвела нам роль как зрителя. Что мы должны, куда мы должны приложить свое внимание. Ее больше ничего не интересует. Сознанию интересно, куда и как мы вкладываем, и с какой силой, и как долго оно удерживает наше внимание. Больше ничему ее не интересует. И вот чем больше мы внимания вкладываем в эти иллюзорные картинки, в нашей черепной коробке происходящей, тем дальше мы от Бога. В этом и есть
скажем так, парадокс в жизни. И нам кажется, что мы живем. Раз мы думаем, мы общаемся, вот мы сосредоточены над решением какого-то вопроса, или мы переживаем какую-то эмоциональную ситуацию, или мы готовимся к встрече с кем-то, и начинаем выдумывать, обговаривать того, чего нет. Конечно, мы планируем, но люди просто не понимают, что это прописанный сценарий, скажем проще, для них. А режиссер тому вот. Самое интересное, мы коснулись режиссера. Да, можно его назвать системой, но вот так проще, да, это целая система, частью которой, как вот гребница, да, является наше сознание. Но можно назвать это дьяволом. То есть режиссер — это как раз и есть дьявол, а наше сознание — демоном. Или в связи с тем, что их там масса, ну, демонами. Но благодаря ему, нашему сознанию, мы общаемся в этом трехмерном мире, мы его и познаем и тому подобное. Слава Богу, сейчас мы можем называть вещи своими именами. Почему? Потому что немножко физика развилась, немножко люди грамотнее стали. Они прекрасно понимают, что даже тот же трехмерный мир, он не является, скажем, исключением. Многие физики, они уже, скажем, постигли, действительно понимают и осознают, что трехмерных миров, таких как наша Вселенная, может быть множество в бесконечности. Понимаешь? А наша Вселенная — это всего лишь одно из маленьких проявлений. И вот очень интересные работы есть в этом направлении, когда любознательные, но опять-таки они с помощью ума и самоанализа, самоизучения, но на чувственном уровне воспринимают. И вот здесь я немножко отвлекусь. Почему основные открытия делают те, кто умеет чувствовать? Но они чувствуют не то. Они не к Богу идут, а они вкладывают вот это чувственное восприятие, силу своего внимания в мир материальный. И естественно, у них здесь все начинает выстраиваться по-другому. Да? То есть это великолепные ученые, которым там среди ночи появляются таблицы различные химические, которые делают открытия великие, который сказывается потом на развитии всего человечества. Но это же тоже сценарий. То есть они отличники в системе? Да, да. Но да. В духовном? Абсолютно правильно. То есть люди тратят свою жизнь на то, чтобы стать прахом. И об этом везде говорилось и говорится. Ничего здесь такого, скажем, нового нет. Таким образом, получается, что наше сознание, оно заведомо нам все распланировало. И вот некоторые возносят сознание как, и считают его как царь. Да? Вот сознание — это царь. Тогда получается, мы рабы данного царя. Мы как Личность, тот, кто… А кто такой мы? Ну вот в понимании, кто такое, что такое Личность? Личность — это как раз есть то, что может стать и, вернее, обрести жизнь вечную, о которой также пишется. Хотя у многих это вызывает сарказм, да, то есть бессмертие, вечная жизнь, они считают себя атеистами, даже не понимая, кто в них заставляет верить их в то, что они атеисты. Оказывается, это адепты той же самой, религии, религии сознания или религии сатаны. Вот многие говорят, там сатанистов много, очень много. А почему? Потому что даже те, кто считает себя верующими, на самом деле больше служат сознанию. Они и к своим религиям подходят не как к духовным инструментам, а как потребительски. Мы опять вернулись к потребительскому сообществу. Вот и получается, что все оно смешано, замешано. А потом, естественно, люди задают вопрос, а как же ж мне удержать, да, свое, получается, внимание на чувственное восприятие мира духовного. Это парадокс. Само собой исключается. Почему нельзя сознанием постичь мир духовный? И вот опять-таки тоже Силуан, вот мы говорили, что нельзя в молитве даже мысли допустить. Надо чувственно воспринять. И вот здесь парадокс, скажем, прекращает быть как таковым парадоксом. Почему? Потому что та вот, кто наблюдает вот в нашем театре жизни, да, внутреннем театре, имею в виду, то есть наша Личность, она не мыслит. Она воспринимает, она живет. А мысль — это вкладки, которые происходят от сознания.
заведомо, заранее определенно и тому подобное. И вот интересно еще то, что даже среди людей, вот когда двое ссорятся между собой или спорят о чем-то, исход уже предрешен, ихнего спора. Оба. Совершенно адепты сознания. Оба адепты сознания, да. Даже если молча воспринимают чью-то сторону. И вот интересно, если еще вот слышал выражение, вот кто-то на кого-то обиделся там, или я обиделась, тоже такое вот эмоционально. А вот мало кто знает, что этимология приставки «ся» — это обозначает себя. Себя, правильно. То есть обидел себя. Если ты на кого-то обиделся, то ты обидел в первую очередь себя. И мы можем опять вернуться к семейной ячейке, почему происходят скандалы, разводы, да? Потому что один обиделся на другого. Получается, он обидел сам себя, навыдумывал. Не он навыдумывал, он вложил свое внимание в те мысли, которые ему подсказало его кто? Сознание, да? То есть его царь, сознание, то есть его величество как раз и рассказало ему о том, что надо тебе обидеться или вложить силу своего внимания в эту ситуацию, что тебе плохо думают, о тебе плохо говорят и тому подобное. Ну и все, и человек надулся, он эмоционально уже озлоблен. Может он прийти к духовному пониманию? Да нет, конечно. Интересно по поводу «обиделся». Это очень распространенный шаблон, конечно. И он прикрыт таким вот благородным словом, как «ранимость». Но вот он это же гордыня. Гордыней. Угу. То есть я, наверное, более нравственный такой и могу осудить кого-то. А это одна из форм манипуляции. Опять-таки, что такое взаимоотношения двух материальных тел? Кто-то берет силой, а кто-то слабостью. Разницы нет. Кто-то берет физической, а кто-то хитростью. Правильно? Каждый, но это же опять манипуляция. Это опять заставить человека подумать или посчитать так. Вот, к примеру, я обиделся на тебя, я у тебя должен вызвать определенную эмоцию, то тебе должно стать плохо, чувство вины развиться, да? И ты должна прийти, обязана прийти ко мне и извиниться. А я еще подумаю, понимаешь? Ну а по большому счету, если вот убрать вот этих зрителей со сцены, то делить нам нечего. Все просто. Власть сознания. Конечно. Потому что опять-таки доминирование сознания идет. Также вот возвращаемся опять к тем людям, которые пытаются силой внимания заставить себя чувствовать невозможным. Самый простой способ, как говорил опять же вот Силуана, мы сегодня сколько раз его вспоминаем, да, что не умом надо делать, а чувственно совершать, допустим, вот эти великие таинства, как говорится. Хотя тайного абсолютно ничего нет. Тайна, она в умах человеческих. Сознание рассказывает о тайнах, еще о чем-то. Вот давай посмотрим просто на историю «АллатРа». Абсолютно открыто все описано, все доступно, не имеющее отношения даже к каким-то религиям или еще чем-то. Описаны определенные медитативные практики. Четко рассказано, что такое медитация. Медитация, ну, это тут же аутотренинг, да? Обычный аутотренинг. Это работа с сознанием, это работа с телом. Или же работа с сознанием со своим телом. Всего лишь навсего. Куда вложил силу внимания, то и произошло, то и вызвал. Там потеплела ручка, заработал какой-то чекранчик или еще что-то. Ну, на самом деле это что? Это вложение силы внимания, сосредотачиваешь, откидывая остальные мысли. Все мысли другие игнорируешь, но эту оставляешь. И вот поэтому одна ручка теплее, другая холоднее. И это физически происходит. Действительно, капиллярчики сужаются, другие расширяются. Ну, это элементарно. Но таким образом человек обучается хотя бы отсекать часть мыслей, обучается прикладывать правильно силу своего внимания и получает первый опыт, кто он. Он тот, кто может управлять мыслями. Я бы сказал, не управлять, это неправильно. Правильнее — это тот, кто может выбирать определенные мысли, куда может вложить силу своего внимания. Правильно? Правильно. Дальше описано пару духовных практик. Что такое духовная практика? Духовная практика — это своего рода безмолвная молитва, да? То есть что молитва, что духовная практика — это процесс, я бы назвал так, чувственного восприятия мира духовного. Оно не противоречит ни одной религии.
Оно абсолютно открыто и доступно. Что нужно делать? Просто заниматься, изучать себя. Первое правило — нужно изучить что? Свое сознание. Как оно работает, насколько оно шаблонно, понаблюдать за другими людьми. Вот просто процесс наблюдения. Лучше это все записывать. Что происходит в процессе наблюдения? Человек видит шаблонность. Он видит, насколько это закономерно происходит как у него, так и у другого. В зависимости от одной ситуации происходит одно, в зависимости от другой ситуации происходит другое. Правильно? Правильно. Закономерно очень. Абсолютная закономерность. Система, она на самом деле очень бедна при своем многообразии. Она поступает в одних же и тех же ситуациях с людьми абсолютно со шаблоном, причем независимо какой национальности, где бы он проживал. Изучая, наблюдая за этим процессом, он начинает понимать, что ему не нужны эти мысли, они лезут. Он не хозяин этих мыслей, и сознание ему не служит. Оно его пытается эксплуатировать. И он начинает постепенно понимать, что он — это не сознание. И вот здесь обретается первичный опыт, правильно? Освобождение наблюдения за сознанием, изучение системы или же, как говорят в христианстве, изобличение дьявола. То есть это первый опыт. Дальше он начинает постигать другое. То есть раз есть мир материальный, значит есть мир духовный. Это логично. Даже с использованием инструмента как сознание можно это понять и осознать. Дальше он пытается, человек, развиться в плане духовном. А что такое Бог? Бог — это любовь. Бог — это не зло. Зло — это этот мир, материальный мир. А мир духовный — он бесконечный и спокойный. Он благостный. Его трудно описать словами, но пытаясь, даже пытаясь его прочувствовать, человек сталкивается с тем, ну, неописуемым счастьем, которое он может постичь. И чем больше он этим занимается, чем больше он постигает, тем он счастливее становится. Он не становится замкнутый, как вот многие говорят, вот человек скучная, религиозный, скучная духовная жизнь. Нет, человек обретает настоящую свободу, человек настоящую, подчеркиваю. А что такое настоящая свобода? Она не зависит от тела. Где находится твое сознание, твое тело? Оно все равно не твое. Сознание, как мы вот разобрались, оно пришлое, оно не твое. Да, ты ответственен за его развитие, ты можешь его развивать, лажа в силу своего внимания в то или другое направление. Но чаще всего оно развивает нас, эксплуатируя. Но развивает нас, к сожалению, в свою сторону. С потребительской точки зрения, скажем, эксплуатирует просто нас как личность. Что такое тело? Тело — это временная одежда. Оно изнашивается. Вот кто бы что ни сделал, ну вот как опять-таки, если мы возьмем тоже сознание, но если соберутся все люди и приложат максимум усилий своим сознанием, смогут ли они остановить землетрясение? Нет. Вот мы начинали с катаклизма. Могут ли они остановить грядущее, то, что уже есть, и то, что будет? Не смогут. Не без конца. Правильно. Поэтому сознание, оно ограничено, оно материально, оно временно. Все разрушается, все изнашивается. И планета эта, на которой мы находимся, это всего лишь один миг. Это вообще, ну, я бы сказал так, как мимолетная мысль с позиции мира духовного. Оно есть, и тут же его нет. Для нас оно кажется, опять-таки, когда мы меряем мерками сознания. Но если мы глянем на это с позиции Личности, то этот мир, он становится слишком скоротечным. И время быстро бежит, и суета эта, она исчезает, потому что появляется свобода у человека, да, который развивается миром духом. И он становится не скучным, этот мир. Ну, та жизнь имеет. Она становится интересной. А во многом, вот, можно выразиться таким сленговым словом, прикольным. Почему? Потому что, ну, действительно забавно наблюдать, как суетится сознание, пытаясь хоть чуть-чуть внимания выдурить у Личности. Ну это же интересно, интересно. Как вы уже сказали в прошлой передаче, делает все возможное для того, чтобы оставить претендентов ангела в своем аду. Ну, естественно, у нее функция такая. Всего лишь нас. Когда живешь миром духовным, вот осознаешь, что действительно все, что происходит, это просто смена декораций. Конечно. И хотелось бы сказать, что когда ты жил в системе, было четкое понимание того, что действительно все сложно. И нужно какие-то сложные действия приложить, и кучу литературы, конечно, прочитать, и конечно, духовность окружить. Мир человеческий очень сложен. Когда человек живет умом, он живет в страданиях, он живет в страхе.
он живет в массе проблем. А вот когда человек живет духовную жизнь, скажем, в единении с миром духовно, даже пребывая здесь, все становится веселым, прекрасным, забавным. Ну, как будто бы люди. И абсолютно не страшно. Абсолютно не страшным. И как будто бы люди. И вот самое интересное, вернусь к Силуану. Слава Богу, он это понял. И опять мы вернулись в ту же ситуацию, когда он был в храме, когда он увидел людей духовно развитых, что им просто не страшно. Умрет лишь тело, а они нет. И вот здесь получается парадокс, что сознание начинает манипулировать, что каждый человек после смерти, он обретает какую-то жизнь и тому подобное. Ну и сказки заканчиваются после смерти, когда человек становится… Но вот сейчас мы зацепили с тобой состояние субличности и тому подобное. Но опять-таки, сколько бы мы ни рассказывали об этом, человек, не приобретя опыта духовного, он не поймет, что это правда. Для него это все останется, ну, как ну, просто разговор, да, двух людей вот сидят, что-то рассказывают и тому подобное. А когда человек хоть немножко развивается в духовном плане, он понимает, что это. Но сейчас, слава Богу, мы уже можем об этом разговаривать, когда наши ученые, физики, они докопались до квантовых состояний. А мы говорим за квантовые пределы. Ну, в принципе, это практически оно так рядышком, но уже понятно. Хотя бы многим физикам, вот почему, слава Богу, вот в Сенс наш, да, очень много физиков приходит, потому что они начинают понимать суть этих процессов. Почему это становится понятным людям, которые действительно занимаются нейрофизиологией очень углубленно? Потому что они понимают, что. Ну, как сказать, в материи правды нет. Конечно, они опытным путем постигли то, о чем мы говорим. Правильно? А «АЛЛАТРА» вот здесь она многих вот подстегнула к этому пониманию в своей простотой. И самое забавное, вот многие говорят, опять-таки, вот, и считают, не вникая, не изучая ее. Они считают ее как религия или конкурентом религии. Но мы-то знаем, еще, я не знаю, хоть одного человека, который бы бросил свою религию и тому подобное. Да я сам в церковь хожу. Я тоже. Ну, я могу сказать, говорю, что как раз-таки упростило понимание. Вот, оно не упростило, оно дало понимание. Дало понимание, да. Красоты тех религий и той истины, которая в ней заложена. Опять. Что творит сознание с людьми? Вот человек, живущий миром материальным, он может прийти к духовным? Нет. То есть он живущий человеческой жизнью, скажем так. Ведь он даже Бога не воспринимает, правильно? И опять, ну вот сегодня день Силуана, да, вот памяти, скажем так. О чем он писал? Он же как раз и говорил, что человек, живущий жизнью человеческой, он даже начинает видеть в Боге соперника, вплоть до ненависти его к нему, понимаешь? Почему? Потому что сознание, оно всегда ненавидит мир духовный. Оно всегда противостоит. И она рассказывает, да что это глупости все, сектанты, еще что-то, да, они глупые все, или посмотреть на тех же батюшек, они же аферисты. Они просто вот у людей деньги заработают. Почему? Потому что сознание нет понимания мира духовного. А оно смертно. И вот здесь возникает феномен. Если сознание смертно, значит я умру. Понимаешь? То есть. Получается, артисты на сцене заставляют тебя, зрителя, жить их жизнью. Понимаешь? Если они умрут, значит, умрет и зритель. Ну просто кино не будет. Но жизнь-то останется. Это интересно. Хотелось бы прийти к теме личного опыта. Вы знаете… О личном опыте. Вот. Мы много говорили сегодня, да, уже о катаклизмах, о всем остальном, о взаимоотношениях людей. А я просто перебью, ну, вспомнилось. Как-то один профессор попросил перевести через бурную реку лодочника. Ну и едет, с ним разговаривает. Ну а лодочник, мужик простой, выражается, как обычно. А тот говорит, ой, вы так безграмотные и тому подобное. А вы же знаете, говорит, что вы утратили, говорит, половину своей жизни, не познав и не изучив тонкости языка. Посмотрел на него, говорит, а вы плавать умеете? Профессор, нет, не умею. Ну что же, говорит,
Вы, говорит, утратили всю свою жизнь, потому что мы тонем. И действительно, мы живем вроде в такой развитой цивилизации, с такими технологиями, и все такие образованные, и столько навыков каких-то привили себе, развили, и по сути не умеем самого главного. Вот любить истинной духовной любовью, ведь это действительно то, что… А вот здесь есть одна тонкость. Любовь есть истина, и любовь есть сознание. Понимаешь? Ведь сознание, оно всегда копирует. Вот если мы углубимся в физику, ну, подразним немножко этих физиков, которые еще пока не с нами, септончиком, да, есть отражение кривых зеркал истинного света. Так вот, то, что создает сознание, оно всегда создает кривые зеркала от истины. Почему? Потому что оно создает некую любовь, оно создает иллюзию уважения. Но на чем построена эта любовь? На эгоизме, на гордыне. Брать. Конечно. Кого мы любим? Кто нам рассказывает сказки? Кому рассказывает? Нашему сознанию. Нам что-то нравится в этом человеке, что-то не нравится. Но если нам выгодно, и если он хорошо нам поет сказки, все, мы любим. Любим? Или на самом деле нам это приятно и удобно? Это льстит нашей гордыне. Комфортно, правильно. А что такое истинная любовь? Она не имеет никакого отношения к миру материального, правильно? Вот в этом смысле. Если бы люди хотя бы немножко они смогли соприкоснуться с истинной любовью, ну вот как мы говорим, Иисусовой любовью, да, как по христианству, то у нас бы не было вражды. У нас бы никто никому спину не плевал, никто бы никого не обманул. Ведь это действительно просто тоже в процессе духовного пути. Был этот шаблон, знаете, как с таким материальным мозгом подходишь к духовному миру. Шаблон не дарить любовь Богу, не давать, а брать. Да. И вот управлять, усилить, не раствориться вот в этой любви и… А это ошибка многих людей. Ведь люди, становясь на… опять-таки на духовный путь, приходя в любую религию, да, они пришли получить. Они пришли получить спасение своей души. Они даже не знают, что такое душа. Вот не имеют опыта. А им говорят, опять-таки эксплуатация, да, ты верь, ты делай так, поступай так, ты верь. Ну а ум, он же всегда противостоит всему. Он говорит, как я могу верить, если я не знаю? Ну и начинается суета-сует. Некоторые начинают себе как мантру повторять, если сказали верить, значит, я должен верить, иначе будет плохо. И опять что воспитывается? Страх. Страх, богобоязненность. Богобоязненность. Может ли человек богобоязненный прийти к Богу? Ну скажем так, если я боюсь слона, я к нему не пойду. Почему? Потому что это слон, а я его боюсь. Правильно? А если я, к примеру, боюсь тебя, я к тебе в гости не пойду. Я ж тебя боюсь. Это уже ставится преграда между Богом и человеком. Или еще другое. Ты раб Божий. Ты раб системы, раб дьявола, если живешь сознанием. Вот здесь ты раб. А кто из пророков хоть раз сказал, что ты раб Божий, как духовное существо? Нет. Все говорят, равные братья, сестры. Правильно? Даже в духовном подходе проявляется вот этот вот момент рабства, что как будто бы людям нужны какие-то инструкции постоянно, обязательно. Чтобы… Нет, людям не инструкции нужны, а ответственные. Вот все хотят одного. Это действительно, это шаблонно. Все хотят, чтобы за него взяли ответственность. Я буду жить, как я хочу. Опять-таки, я хочу. Как диктует мне мое сознание. Я буду жить своими шаблончиками, в свое удовольствие, а за меня будет отвечать кто-то. И вот это породило инструмент, скажем, такой нехороший, когда одни эксплуатируют других на основе духовности. Но простой пример взять тоже, ладно, мы опять берем. Доходят слухи, что то там открывают какие-то секретные группы, они начинают что-то там изучать сверхсекретно, они набирают, потом там людям кому-то там плохо становится, другие какими-то там просветленными становятся. Ну, это же сказки все. Ну какая секретность, если оно все открыто, правильно?
В этом-то и суть, что конечно. Действительно истина настолько проста и всегда доносилась да, именно простым языком. Да в этом смысл, что она проста. Я понимаю, если берут вопросы там служения или еще что там такое уже, когда человек духовно, скажем, свободен, но он хочет помочь другим, и нужны какие-то инструменты. Но это уже когда человек духовно свободен, тогда он может служить и помогать. А когда он сам идет, он может лишь делиться своим опытом пути, не больше. И в чем здесь секрет? Потому что я споткнулся там, смотри, не упади. Это секрет, ну, может быть, хотя кто его знает, на чем человек спотыкался. И на действие системы. Кого он прикрывает, кого он защищает. Но что привлекает людей? Что привлекает сознание? На что подталкивает, вернее, сознание? На тайну, на какую-то закрытость. Ты обретешь те знания, с помощью которых ты можешь управлять другими людьми. Под предлогом помогать им. Конечно. Простой пример. Если мы сейчас начнем говорить о некоторых инструментах, да, они реально существуют, но некоторые инструменты. Это настолько будет людям, скажем так, привлекательно, я не говорю об экстрасенсорике, это да, порядки выше. Это настолько привлечет внимание людей, им так захочется этим обладать. И сознание, опять кто их будет толкать? Сознание. А если человек духовно свободен, ему будет это интересно. Зачем? Если у него нет потребности в служении, ему эти инструменты будут абсолютно не нужны. Потому что он с Богом, он уже там. Понимаешь? А здесь срабатывает. И опять-таки мы возвращаемся, да, к нашему не раз упомянутому сегодня Севу Ивану, что духовно свободному человеку, духовно свободному, материя неинтересна. Ну так. Правильно? Правильно. Да. И он это назвал духовным эгоизмом. Ну, в принципе, не он назвал, это до него говорилось. Но это одна из хороших проявлений эгоизма. Здесь эгоизм духовный. Опять же таки, все фрактально. То есть есть духовный эгоизм, который… Не фрактально, а зеркально. Зеркально. Конечно. То есть… Есть в действительности… Эгоизм в системе и духовный эгоизм. Духовный эгоизм — это когда человек обрел ну, чувственное восприятие мира духовного, он уже им живет. Для него исчезает мир материальный. Он становится, он не исчезает. Человек живет активно, продолжает. Ну о чем мы говорим? Он продолжает жить среди людей, вести тот же образ жизни. Просто есть понимание. Понимание, почему один человек поступает так, другой так. Если кто-то его пытается обидеть, то обижается тот, кто его обижает. Потому что, ну как можно обидеться? Ну если на меня собака нагавкала, ну что мне на нее обижаться? Даже если она меня укусила, ну это же собака. Она должна кусаться, она же собака, правильно? То есть есть понимание, что управляет людьми. Сожаление есть, конечно. Есть жалость к тому, что утрачивается человеком то, что он мог бы обрести. То есть человек мог бы обрести жизнь, а он довольствуется существованием временным. Но по большому счету вот этот эгоизм духовный, да, он ну, как бы дает и понимание, но с другой стороны, ну, какое-то некое своего рода убирает сожаление, что ли, о потерянном этом мире. Но в человеческом понимании, опять-таки, человека, который живет миром материальным, это страшно. Как я могу утратить эти ценности? Ценности материального мира, имею в виду. А разве ты ими владеешь? Ну, чем ты владеешь? Ну давай мы будем владеть этой чашкой. Ну, да, со дня на день мое тело разрушится, чуть-чуть позже твое. Ну, ты же помоложе просто, я в таком порядке выставляю, чисто в человеческом. Ну, пофантазируем. Ну, если эта чашка не разобьется, достанется кому-то, мы будем ей владеть? Простой пример. Владеть. А вот система как раз и ставит владение, то есть подчинение себе кого-то. И вот этим люди и живут. Вот это ценно. Если вот мы родили детей, мы должны их подчинить себе, мы должны ими командовать, проживать ихнюю жизнь. Опять-таки, проживать ихнюю жизнь. Ну он же свободная личность. Помочь можем, заставить. Нет. А если мы навязываем что-то, то мы оказываем, натыкаемся на сопротивление. Почему? Потому что по большому счету дьявол один или система одна, да? Демонов много у нее, но они же все докладывают ему. Или вот берем систему. У каждого свое сознание, но оно является единым, скажем, частью единого целого. Поэтому ничего здесь такого нет.
Вот, кстати, хотелось бы вот эту тему немножечко развить. Единство в духовном смысле и система как единый организм. То, что... Опять-таки зеркальное отражение. Это вот, было такое выражение, его мало кто помнит, ну, неважно. Говорит, представь, что ты разбила зеркало. И вот самый маленький кусочек, который отражает солнце, вот это и есть мир материальный. Это кривое отражение в разбитом зеркале солнца. Это мир материальный. Это сколько миров? Говорит, ну вот насколько ты можешь частей разбить свое большое зеркало? Говорит, ну сколько миров. Ну это тоже интересно. Было такой святой один, который пытался людям тоже объяснить на вот таких мелочах. И вот есть еще один интересный момент, когда многие вот просят описать мир духовный, да, вот что я должен чувствовать и тому подобное. Ну, во-первых, просит кто? Просит сознание, которое этого никогда не воспримет, потому что человек, который понимает, что он зритель в этом театре абсурда, он никогда не задаст этот вопрос. Он стремится сам познать и прикладывает усилия хотя бы к тому маленькому свету и легкому теплу внутри, и постепенно движется в этом направлении. Возвращаемся к притче, да. Так вот, есть интересная притча, как раз касательно, как можно словами рассказать о мире духовном. Да? Приходит к одному мудрецу, желающий получить ответы о мире духовном человек. И говорит, я знаю, что ты мудрец, о тебе много говорят. Расскажи мне, что такое мир духовный? Тот говорит, ну зачем мне тебе рассказывать? Говорит, познай, это путь легкий и интересный, и он благородный. Но я, говорит, вначале хочу знать. Тот говорит, хорошо. Встает и уходит, говорит, подожди. Проходит некоторое время, приходит он с коробной корзиной кирпичей. Говорит, вот тебе, говорит, кирпичи, с помощью их расскажи мне, что такое воздух. Когда у тебя это получится, придешь, я тебе расскажу. То есть насколько это… Разительное отличие. Тонкое. Да. Ну, мне нравится этот ответ, понравился. Единственное, что мне не нравится в этом опыте, что таскать с собой корзину с кирпичами нелегко. Для того, чтобы объяснить, что это? Что такое мир духовный. Тому, кто просто любопытствует. А тому, кто хочет познать, он берет и идет. Ничто не мешает. Кстати, вот такой момент, который очень важный для меня. Вы знаете, как будто бы умом понимал всегда, что Бог внутри. И, ну вот, действительно понимал это как будто бы умом. Пока вот однажды… Умом мы не понимаем, мы чувствуем. Слышали, знали. Да. Не слышали и не знали. А то все слова. Но каждый человек, он чувствует и понимает о том, что у него есть связь с миром духовным. А это происходит от рождения человека. Почему? С восьмого дня человек уже становится человеком, потому что в нем есть часть мира духовного. И эту связь он чувствует. Даже, скажем, самый заядлый скептик, самый ярый атеист, он все равно это чувствует. И это заставляет многих людей, которые более свободны от шаблонов навязанных, заставляет искать этот духовный путь. Ну и здесь, конечно, сложится тоже различный парадокс. Ну, об этом чуть позже. Но человек чувствует это. Он не умом. Вот умом он как раз создает все для того, чтобы опровергнуть эти чувства. А он создает различные умозаключения, почему не существует Бога. Или что такое Бог? Или что Бог создан, мы созданы по образу Бога. А здесь мы выдвигаем, что ну, когда-то здесь появилась жизнь, прилетели инопланетяне, нас чему-то научили, мы их посчитали Богом. Мы ведь были примитивные люди. И вот, значит, по образу и подобию. Или же нас создали инопланетяне. Это устраивает сознание, понимаешь? Приехал разум и создал разум. Но о том, что есть нечто другое, то, что создало всю материю, и то, что является самой жизнью, ведь если убрать то, что называют вот, Святым Духом, да, то есть или Божьим проявлением, ведь все исчезнет. Понимаешь? Благодаря вот этому свету внутри септона его зеркала отражают и создают иллюзию. Они отражают ведь внутренний септон. Они создают материю. Если мы глянем, что такое материя, на самом деле материя — это иллюзия. Но чем плотнее эта иллюзия, тем она вот материальнее становится.
И материя материю воспринимает как материю. Вот заметь, даже сон. Возьмем простой, работа ума. Во сне мы все чувствуем реально. Нам нет разницы, что здесь, что там. В редких случаях мы осознаем, что это сон. Правильно? Ну а так это все реально. Вот с позиции, опять-таки, наблюдателя или зрителя мы видим этот театр действий. Для нас твердое является твердым, материальное — материальным. Мы слышим запахи, вкусы. Для нас проходит жизнь. Абсолютно реально. Та же самая иллюзия здесь. Чем она отличается? Ну, я бы сказал, более продолжительность своей. И еще она отличается коренным образом тем, что в этой иллюзии мы имеем возможность обрести жизнь. Если бы каждый человек хотя бы попробовал, скажем, понаблюдать за собой, вот просто провел эксперимент, да, мысленный эксперимент, и взял, понаблюдал за своим сознанием, как оно ему что рассказывает, вопреки его желаниям. Вот многие: «О, я обладаю волей». А понаблюдай, обладаешь ли ты волей на самом деле, человек? И все станет на свои места. Вот если бы каждый человек немножко вот уделял хотя бы по 10 минут в день ради спортивного интереса, с карандашом в руках, может ли он остановить мысль, которая пришла к нему? Может ли он управлять ею, думать об одном или о другом, изменять ход событий, в его голове события? И в конечном счете дать честный ответ самому себе: кто ты? Зачем? Ну а потом, зачем он здесь, он поймет лишь тогда, когда станет зрителем, понимаешь, независимым зрителем в театре абсурд. А пока он втягивается в процесс, который нам наше сознание на сцене, наша так называемая жизнь выстраивает, ну, здесь он вряд ли задаст себе вопрос, зачем он здесь. Здесь ему сознание расскажет, зачем он здесь. Потому что потреблять, быть и доминировать. И всего лишь навсего. И весело проскочить этот, казалось бы, длинный путь за короткий промежуток времени. А потом, ну а потом субличность. Вот мы подходили к субличности, немножко отвлеклись, что современная наука, она как раз дает понимание того, что субличность — это абсолютно реальное состояние. Почему? Потому что информация никуда не исчезает. А сознание — это не что иное, как информационный сгусток, скажем так. Но он может существовать лишь тогда, когда подпитывается энергией. А внимание — это и есть та энергия, которая подпитывает этот энергетический сгусток. Ну вот так, с позиции физики. Поэтому контакт после смерти физического тела с источником этой силы, с тем, что мы называем душа, у личности он ну, практически не прекращается. Единственное, что процесс слияния уже невозможен, но оно продолжает подпитывать вот этот зритель, он продолжает финансировать артистов, которые ему продолжают крутить кино. И человек, не обладая телом, не обладая зрением и слухом, он сохраняет все, что есть. Вот для того, чтобы понять, что такое состояние субличности, хорошо, здесь подойдут вот элементарные практики. Закрыл глаза, заткнул уши и немножко забыл за тело. Все остальное осталось. И эмоции, желания, жадности, эгоизм и все остальное. Ну и себя любят, конечно. И на долгие годы. То есть абсолютно все то же, что происходит здесь? Практически для человека ничего не меняется. Почему и вот описывая этот опыт послесмертный, единственное, что там возникают вопросы там жжения и все, почему то ад, там горение и тому подобное, потому что, ну, есть опять-таки законы, те же физические законы, самые обыкновенные, я думаю, Бог даст в ближайшее время, если все будет хорошо, наука будет развиваться, мир будет продолжаться, я имею в виду, в общем, если повезет человечеству, то они достигнут уровня развития в вопросах физики и науки, что это будет понятно и ясно уже, как вот элементарные вещи, которыми сегодня занимается физика. Если ты не обретешь жизнь здесь, сейчас, ты ее не обретешь потом. Я бы так сказал. Поэтому
чувственное восприятие того мира, оно становится естественным, когда человек вот проходит этот процесс слияния. И он просто живет тем миром. Ну, вот, оно красиво, интересно, и становится уже реально зрителям, ну, понимающим, что ну да, заплатил он 5 копеек, ну, смотрит это кино, но сегодня он смотрит, завтра его уже не будет, этого кино. То есть театрального представления. Он свободный, он не привязан к этому. Ну, вот это интересно. Ну, вот где-то так. Ну, вообще я не люблю разговаривать на темы вот, субличности, еще чего-то, потому что, опять-таки, септоника у людей, сознание людей, оно начинает это все использовать как инструмент для того, чтобы еще больше их поработить. Вот, не испугать, нет, а поработить. А в каком плане? Она начинает рассказывать, вот видишь, рассказывает о каких-то там субличностях. Ну, это же неправда. И вот этими вот своими убеждениями, рассказами, мыслями так называемыми, которые человек как бы управляет, оно все дальше и дальше отталкивает людей как личности от мира духовного. То есть получается, что поднимая вот такие темы, мы не способствуем и не помогаем людям обрести духовное понимание. Мы помогаем сознанию для того, чтобы оно еще больше людей отодвинуло, оттолкнуло от мира духовного. То есть усилием позиции сознания в людях. Но с другой стороны, скажем, для тех, кто считает себя атеистом, ну, для тех это хорошо. Когда вы сказали о том, что не любите говорить на эту тему, зная, как там отреагирует сознание, сразу же возникла внутренняя потребность поговорить на другую тему, на тему, вдохновляющую для людей, идущих по духовному пути, это на тему духовного опыта. Ну, это уже интересно, скажем так. Об этом можно разговаривать. Пусть даже кто-то посчитает, ну, чьё-то сознание, что мы сидим и развлекаемся, а зато нам весело, в отличие от них. И у нас как-то побольше перспектив. В плане подольше сможем поговорить, пообщаться. Хотелось бы все-таки стать лицом к Богу, а не к зеркалу, да? Как и... в сказке, да? Да. За избушкой Бабы-Яги. Поговорить на тему, которая действительно волнует очень многих людей, которые начали свой духовный путь и уже имеют какой-то опыт соприкосновения с духовным миром. Хотелось бы поговорить о жизни духовным миром. Да, о нем не говорить надо, им жить надо. Да. Другое дело, что о путях познания, ну, в принципе, путей познания, скажем, мира духовного много, суть одна. То есть, в принципе, нет плохих религий. В любой религии есть та истина заложена, которая может привести человека к Богу, если он захочет. Поэтому как бы я не вижу секретов, я не вижу каких-то сложностей. Но все оно открыто и все оно доступно людям. Другое дело, что желания нет. Почему? Потому что сознание, как мы уже говорили, оно никогда не стремится к Богу. Вот если мы возьмем даже вопросы любви, да, сознание оно не способно любить. У нее функции этой нет. Не знает, что такое любовь. Она не знает, что такое любовь. Она знает, что такое комфорт, оно знает, что такое приемлемо, неприемлемо для него, ну, как для сознания, да, для человека. И, ну, опять-таки, потребительская точка зрения, да, то есть вот мы уже обсуждали это не раз в отношениях даже, скажем, семьи, в отношении друг друга. А вот было бы хорошо, если бы люди действительно, скажем, немножко хотя бы позанимавшись собой, хотя бы чуть-чуть поняли, что такое настоящая любовь, что такое то вечное, то, что сокрыто в каждом из них. Ну что может быть прекраснее? Ну это и делает это существование, скажем, наделяет смыслом, для чего люди здесь. Для того, чтобы обрести хотя бы тоже любовь, настоящую. Но опять-таки не в понимании любви человека к человеку, как материального субъекта к субъекту материальному через сознание. Сознание иллюзию создаст, которая очень быстро исчезнет и разрушится. Как мы уже говорили, сказка заканчивается свадьбой, потом начинается реальность. Начинаются приспособленческие какие-то там различные другие мотивации, но любовь — это удобство,
существования. Вот. Самое интересное, что наблюдаешь порой, как один человек утратил другого и сопереживает. Зачем он сопереживает? Он заботит о том человеке, вот умер, да, всю жизнь прожили, он умер, о комфорте, о удобстве, о том, что объекте манипулирования, еще о чем-то, ну или как о доходной статье. Ну, ни в коем случае никак о существе духовном, с которым он разделился. Ведь если люди духовно развиты, опять-таки вот возвращаемся к этому, да, то такая проблема, как смерть физического тела, их никогда не разделит. Ну и опять-таки духовное развитие, оно дает не только вот эту любовь, но и понимание того, что все едино. Ведь разделение есть только в мире материальном. Вот здесь нас разделяют, да, то есть мы молекулярно разделены, там, ну и все остальное пространственно. А в мире духовном оно все немножко по-другому. Но тяжело согласиться людям это рассказать и передать, что это такое. Это все равно как вот камнями описать воздух. Да. Лучше это пережить, лучше это приобрести этот опыт самому. Тогда оно интереснее, оно достойнее. Ну и во всяком случае, хоть какой-то смысл от этого бренного существования. Люди гонятся за какой-то иллюзией в этом мире, в конечном счете она рассеивается. Ну и все приходит в никуда. И перед лицом смерти, особенно если человеку довелось прожить длинную жизнь, он начинает утешать себя тем, что вот он построил дом там вот, как папа Карло настругал деток, дерево, может, посадил в лучшем случае, и все. А в чем смысл его существования? Что обрел он? С чем уходит? Оказывается, ни с чем. Лишь с гордостью за то, что он делал для людей, для страны, еще для чего. А кто бы это будет помнить? Только кому это нужно? Ну, это сознание утешает, что ты ж не зря прожил жизнь, ты с чего-то достиг. А поговорить с любым, вот если по душам стариком, да, они всегда в печали. Кроме тех, кто обрел Бога. Вот. Вот, кстати, подошли вот к такой теме, как чувство радости. Ведь каждый из нас испытывал это чувство безмерной радости. Радость бывает разная. А радость бывает от сознания, от приобретения чего-то. Но она скоротечна. Вот почему радость, скажем, чувственного единения с миром духовным, оно не иссякает, оно не перестает, оно не может надоесть. Да? В чем вопрос? В том, что она всегда, каждый миг новый. Это бесконечность новых ощущений, чувственных восприятий, скажем так. Это кипящая жизнь. Она наполнена жизнью. Но жизнь, наполненная жизнью, по-другому не назовешь. А в мире материальном — кратковременная иллюзия. Даже там гормоны сыграли или еще что-то, вот какой-то есть всплеск в этой материальной жизни, но он обязательно заменяется какой-то проблемой. Он заменяется тоской, разочарованием, а опять-таки обидами, стремлениями, ну, какими-то нагрузками и отвлечениями от истинной жизни. Ну разве не так? Человек, который пребывает в любви Божьей, всегда испытывает чувство радости. И когда удалось почувствовать эту радость, то было понимание, что как будто бы не позволяло себе делать это раньше. То есть какие-то совершенно эфемерные какие-то границы, ограничения. А сознание всегда ставит границы, оно всегда не допускает до этого. Почему? Потому что это разительно отличается. Человек, хотя бы раз прочувствовавший, что такое Бог, да, то есть мир духовный, это невозможно забыть, это невозможно ни с чем сравнить. Почему оно настоящее? И оно здесь и сейчас. И это сейчас, оно не растягивается во времени. То есть оно есть, потому что оно есть, и потому что оно настоящее. И это есть, оно настолько разнообразно, я бы сказал, не разнообразно, а многообразно, что
вечности не хватит пережить это многообразие. Но это многообразие, оно всегда наполнено счастьем. И вот здесь тоже интересный момент такой, что действительно пребывание в мире духовном никогда не бывает однообразным. Что когда соприкасаешься с духовным миром, понимаешь, что в духовном не повторяется ни единый миг. Что каждое соприкосновение — это совершенно по-новому. И вот если говорить откровенно, бывают такие моменты, когда вдруг залетает сознание, то оно говорит, и что, неужели вот так вот просто? Неужели не нужно там что-то возгревать, что-то усиливать? Или вот нужно вот просто… Просто быть. Просто быть в этих состояниях. Просто... Это не состояние, это жизнь. Нужно просто быть и просто жить. И вот заметь, даже самое легкое, самое тихое, да, вот, обращение личности к миру там, оно тут же соединяет с ним. И оно тут же дарит ну, всю гамму неописуемых ощущений того мира. Но самое интересное, что сколько бы человек и как громко он ни орал в этом мире от ума, скажем так, от сознания своего, что он хочет постичь мир Бога или он стремится к нему, ну, кроме сотрясения молекулярного воздуха, ничего не вызовет это. Так? То есть даже самое тихое обращение. Конечно. И вот здесь люди часто совершают ошибки. Они действительно для многих катастрофичны, потому что они пытаются познать мир духовный с помощью сознания. Угу. Понимаешь, вот как научный эксперимент какой-то ставят, там, пытаются его вычислить, прочитать. Ну, им нужно какое-то доказательство. Ну, доказательством, как мы уже не раз говорили об этом, можно увидеть в зеркале. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что сознание, оно всегда загоняет личность в тупик, пытается загнать и вызвать в нем бурю эмоций для того, чтобы привлечь свое внимание личности к своей сценке на постановочной сценочке на театральной площадке. И вот для чего оно это делает? Для того, чтобы человека в действительности отвлечь от познания той истины, mm-hmm. потому что разительная разница происходит. Образуется огромная пропасть между тем миром и этим миром, через которую ну, просто не хочется назад идти. Ну это нереально. Конечно, бывает. Человек, как ты говоришь, пребывая, скажем, и обладая даже опытом духовным, человек все равно, он использует сознание как инструмент. И увлекшись в материальном мире банальными трёхмерными делами, скажем так, этой жизни. Естественно, можно себя поймать на той мысли, что он начал отдавать силу внимания своего не на мир духовный, а на материю. То есть он вовлекается в эту игру, становится не просто зрителем театральной постановки, а ее участником. Ну, это бывает, это нормально. Хотел рассказать один пример как раз о том, что сколько здесь не ори, не приблизишься с помощью сознания. Mm-hmm. Мои знакомые ребята, ну я познакомился с ними чуть позже, они чувствовали, вот как и многие люди, чувствуют, что это все, ну вот как-то мир не такой, что есть и мир духовный и тому подобное. Понятно, что много куда обращались, пытались найти, литературы много, весь полмира объездили в поисках гуру, наставников, а вот удовлетворения, изменения не почувствовали. Интересно, что они даже пошли на то, что залезли на высоченную гору, рискуя всем и вся, для того, чтобы быть ближе к Богу. Я говорю, ну и как? Я говорю, вы ж приблизились к Богу, забрались наверх, вот многие же говорят, что Бог там, да? Они говорят, да как, говорит, пока лезли, говорит, всю дорогу матюкались, говорит, туда прилезли, дышать нечем, говорит, а лезли туда помедитировать, посидеть там, ну это ж ближе. Как говорится, космоса, там же ж Бог, там, ну, в различных таких восточных традициях. Я говорю, ну как, помедитировали? Говорит, ну, говорит, как вот вам сказать? Говорит, ужасно холодно и дышать нечем. Говорит, а какой медитации? Говорит, сознание там, говорит, как колом стало. Говорит. И мы же прекрасно понимали, что спускаться еще сложнее. Вот такая вот интересная жизненная история, как люди пытались. Mm-hmm. Так, это я к чему, что многие люди ищут. Опять-таки, кто их заставляет? Сознание манипулирует ими. Оно рассказывает, вот там место святое, вот там, вот туда пойдешь, сделаешь что-то. И они идут от сознания.
Они идут в паломничество, идут на святые места, совершают различные, казалось бы, крайне тяжелые для человека, для физики там паломничества, но возвращаются не такими, какими они ушли. Через сознание, через физические действия собственного тела ну, невозможно постичь мир духовный. Даже если кому-то удалось вдохновиться, то насколько это... А, и вот я уже говорил об этом в другой передаче, что слова Мухаммеда, что Аллах, Он гораздо ближе, чем шейна эрты. Он в тебе. Всего лишь нужно открыться. Ничего не надо. Не надо никуда бежать. И быть. Надо просто быть. Просто надо быть. Просто постичь. Это несложно, это настолько легко, что сознание, оно, а вот оно не может этого постичь. Поэтому оно возмущается. И кто хулит Бога в человеке? Сознание. А для чего? Чтоб личность была его рабом, чтобы оно было вечным зрителем, который исправно платит за его шоу. А чем платит? Возможностью жизни, обретения жизни. Ведь ту силу, которая есть в человеке, в личности, он должен направлять как раз в большей степени, скажем, там 90 к 10, на то, чтобы обрести свою жизнь настоящую. А на что он тратит? На шоу, на иллюзии. Ведь так же? Да. Мы как эмоциональные существа, мы живем, мы заботимся о всякой мелочи. Умер хомячок, трагедия. Я же не говорю, что хомячок умер, не трагедия. Трагедия, конечно, да. Ну это естественно. Но когда ребенок кучу слез проливает, ему так жалко хомячка, который умер, родители вместо того, чтобы объяснить, что такое материя, что такое жизнь, подойти правильно к этому вопросу. И что хомячок, существо недухотворенное, это не человек. Они ему рассказывают, что ничего, он на небесах, он тебя подождет. Вот и я об этом. А это шаблончики, все через сознание. Для чего вообще нужно сознание духовному человеку? То есть просто дойти, ну осознать это? Подожди, и быть? Я с тобой не согласен. Mm-hmm. Сознание человеку нужно для коммуникации трехмерности. Mm-hmm. Ведь и когда все. Человек на чувственном уровне, он не видит этого мира. Для него исчезает этот мир. Mm-hmm. И это действительно так. Можно не верить мне, моим словам, ради Бога. Но этот опыт, через который прошли все святые, это опыт, который привнесли сюда пророки. Если человек считает себя верующим, то не верить своему пророку, ну как-то глупо, да? Ну неправильно. Mm-hmm. А ведь каждый из них как раз и говорил о том, что обретая вот именно это чувственное состояние, ты утрачиваешь этот мир. Почему? Потому что пребывая там, этот мир становится абсолютной иллюзией. И ничего не хочется в нем. Вообще не хочется в нем существовать. Ну, из хорошего в плохое никто не хочет идти. Но как раз в этом и феномен нашего сознания, что изучив его, мы можем коммуницировать в этом мире. То есть мы живем, работаем, управляем своим телом с помощью нашего сознания. И сколько нам дано, столько мы должны здесь пребывать. Это закон, он для всех один. И вот как бы мы общались, я не говорю с тобой, я говорю с людьми. Правильно? Они бы нас не поняли. Сидит самодовольная девушка и улыбается. И больше бы они ничего не поняли, понимаешь? Сказали бы, вот фанатка, сектантка заблуждается. А они не чувствуют то, что внутри тебя. И в этом проблема, потому что сознание, оно глухо к миру духовному и слепо. Оно видит лишь картинку иллюзии. И все. А вот те люди, которые обладают, действительно люди духовные, ну, им наша картинка не нужна. Понимаешь, вот мы бы посидели, помолчали, и они бы поняли гораздо больше, чем вот это вот мы с тобой разговариваем. Коммуникации эти не нужны, получается. Конечно, ведь. Ну, говоря на человеческом языке, мир духовный можно пояснить единым полем, там все едино. Ведь ну, нет никаких проблем прочувствовать друг друга, правильно?
то, ну, я не говорю эмоции, эмоция здесь, там чувства. Эти все чувства, они взаимосвязаны. Почему и такое многообразие мира духовного? А вот в этом мире все разделено. Здесь каждый человек является друг для друга загадкой, непостижимой. Ну и отсюда зарождается психология, мы там различные науки, мы пытаемся друг друга понять, изучаем всякие там различные техники влияния, так называемой НЛП там или еще как-то, для того, чтобы как-то еще придать силы своим словам. Правильно? А в мире духовном это не нужно. Оно есть, оно бесконечно. И там, там все просто. А здесь все с точностью до наоборот. Абсолютно все сложно и все крайне разделено. Разделяй власть. Хотя, с другой стороны, как мы уже говорили, оно разделено лишь для зрителя. А актеры между собой, они все объединены. Mm-hmm. В этом и парадокс. Хотелось бы спросить, описывается состояние людьми, когда ты сидишь в покое, но уходишь в сон? Я понимаю. То есть вопрос заключается, как я понял, в том, что когда человек начинает выполнять духовную практику, он mm-hmm. просто-напросто засыпает. В подобных случаях mm-hmm. человек не выполняет духовную практику, понимаешь? Он просто умом пытается что-то делать. И естественно, первое, что начинается, это расслабление тела, отключение от тела, да, то есть мы вот идем как по медитациям, приближаясь к духовной практике, ну как по правилам. Когда мы умом это делаем, как только мы тело расслабили, от мыслей избавились, мы честно засыпаем. Правильно? Правильно. Да. А что такое духовная практика? А вот духовная практика — это не обязательно сидеть там в лотосе или еще какой-нибудь сложной этой где-нибудь на вершине горы и повторять какую-то мантру и ждать, когда мана небесная упадет. Духовная практика, она выполняется в любом месте, всегда и везде. Она и должна выполняться везде и всегда. Это чувственное восприятие мира духовного. Это вложение силы внимания личности на то хорошее, на то бесконечное, что есть внутри тебя. То есть на мир духовный, на сам источник жизни. А любой человек может его прочувствовать, любой человек может его найти. Воспевание и пребывание. Все просто. Только ты соприкоснулся с этим, чем больше ты вкладываешь внимания, тем ближе ты к нему становишься. То есть ты перераспределяешь эту силу, силу жизни, как раз на то, чтобы обрести эту жизнь. И естественно идет обратный отклик. Ну и происходит то, что потом происходит. Хотелось бы еще сказать, что в этом состоянии, ну, действительно не до сна. Это, ну, невозможно заснуть. Это ж тело спит, и сознание спит. А, ну как? А, ну, скажем, ангелы не спят. Им не нужно. Спит сознание. Оно должно спать, да, потому что происходит, почему сон образуется, происходит разрыв. Ну, я объяснял в одной из передач. Это нормально, это естественно, это необходимо. Но в мире духовном понятия сна нет, потому что нет тел, нет проблем. Ну, не нужна эта функция. Когда человек засыпает, он просто был с сознанием, да? Конечно, он пытается выполнить духовную практику с помощью своего сознания. Ну, это парадокс. Невозможно сознанием приблизиться к миру духовному. Это нереально. Это все равно, что, извините за такое выражение, взять демона и запихнуть его в рай. Ну как? Угу. Понимаешь? Ну это невозможно. Вот святого можно в ад. Ну это всего лишь будет экскурсия, не больше. Ну и даже чан идти — это нечто сродни парилке. Игорь Михайлович, скажите, а с чего начинается первый шаг к Богу? Первый шаг к Богу? Mm-hmm. Я бы сказал, с честности. С честности перед самим собой. А вот когда человек задает себе вопрос «Кто я?», честно, и начинает смотреть, для чего он, что он, просто вот набор
различных молекул там, и все остальное. Такая сложная машина. А для чего она нужна? Когда он начинает опять-таки, почему я здесь, для чего и кто я? Вот с первого вопроса «кто я?» и начинается пункт. Ну или наоборот, в другую сторону, в зависимости, какой ответ он выберет сам себе и кто им будет управлять в это время. Ответственность. Тема ответственности. Хотелось бы тоже открыть за, ну, узнав, поняв, кто я. Ответственность, она бывает разная. Mm-hmm. Если мы берем ответственность за самих себя, за свою жизнь, то это не является поводом для пути к Богу. Понимаешь? Ответственность, она же опять-таки вещь более материальная, она ближе к сознанию. Ну как ответственность личности за что? За сознание или ответственность, которая в сознании за мир духовный? Вот духовное существо, как мы говорили, да, то есть человек обретает понимание реальности мира Бога, он имеет контакт, он живет тем миром. Он утрачивает ценности здесь, но у него остается ответственность за родных и близких. Вот почему мы опять вернулись к теме семьи. Но почему человек не будет провоцировать на развод или еще что-то? Он не будет обижать кого-то в своей семье. Он наоборот будет подстраиваться под них и помогать. И кроме как хорошего и положительного, он ничего не привнесет в семью. А если он привносит ссор, раздоры, ну это уже от ума. Он себе придумал, что он духовный, но он не живет миром духовным. И вот здесь начинаются склоки, понимаешь? То есть вот ответственность в таком плане, я понимаю. А ответственность за самого себя, а ответственность напрашивается кого? Зрителя или артиста на сцене? Ответственность настоящая приобретается тогда, когда человек приобретает понимание, хотя бы даже понимание, что мир духовный, он реален. Понимаешь, когда он приобретает первый опыт, вот тогда у него появляется ответственность, настоящая духовная ответственность. Ответственность, по крайней мере, за свое «я», скажем так. Но есть и другой вариант, есть и другая ответственность, когда человек не просто понял, а у него появляется чрезмерное чувство ответственности за других людей, и он может помочь другим. Это уже идет служение. Ну, это, скажем, уже очень ценное, конечно, качество, но это уже другой этап, и мало кто им на самом деле наделен такой повышенной ответственностью, как бы «спасся сам, помоги другим». А у нас чаще всего случается ответственность от ума. Сам не спасся, а других учим, другим рассказываем. Вот не с той ноги встал, не так отжался, ну или еще что-то. То есть люди любят учить, не будучи, скажем, сами, не обладающими опытом самостоятельно. А вот другим подсказать, как обрести опыт, ну это что сделать? Система, она есть система. Чё, любовь духовная, она вот любовь дающая. Безусловно, вот чувствуешь любовь невероятную от духовного мира и потребность и желание отдать всю себя, выразить эту любовь. А по-другому не получится. Потому что говоришь отдать всю себя, потому что человек весь, он и принадлежит миру духовному. Но здесь понимание идет, что не просто вот отдать, да, но даже вынудить свое тело служить здесь, миру духовному, и заставить свое сознание как раз подчиниться себе и делать то, что нужно миру духовному. Заметь, не людям. Не каким-то организациям, там еще что-то, а мира духовного. То есть происходит процесс отстаивания мира духовного в этом мире материальном. И как бы увеличение шансов для других людей познать тот мир. Но это и есть процесс уже служения. Мы не все им наделены, к сожалению. Даже те, кто становится на путь духовный и постигается, чаще срабатывает тот банальный духовный эгоизм, и человек просто, ему ж хорошо. Но это тоже очень важно. Это не может быть осуждаемым. Почему? Потому что ценности этого мира исчезают. Человек, обретя опыт духовный, ну, ему как бы этот мир становится второстепенным.
Вот. Некоторые как раз наоборот. Они обретают еще и вот высшее понимание ответственности, духовной ответственности. Не только за близких, но и за других людей, потому что они понимают, что духовно мы все едины, это один мир. И люди находятся в заблуждении от своего сознания. Демоны шепчут, как говорят, да? Но это они пытаются помочь им познать, постичь этот мир. Ну это служение. Хочется спросить о очень сокровенной теме — это высшего служения, служения Марии. Высшее служение? Ну, истинный подвиг Марии как раз и заключался в том, о чем мы говорили, в служении людям. То есть мало того, что постигла сама, но еще и дает возможность другим постичь и заботе о людях. И вот заметь, сколько в разных странах почитают ее, и не просто почитают, а действительно чувствуют активную помощь в вопросах духовном. Покров Богородицы. Покров Богородицы, конечно. Это сила, которая идет от нее, которая помогает людям раскрыться. Ну, это наивысшая степень служения мира духовного. У нас же, как и каждый человек, тоже пришла к этому. Конечно. Но, не каждый человек может так, как она. Хотя, скажем, ничего не мешает ни одному человеку постичь то, что постигла, и раскрыться именно в таком плане. Ну, на то и Мария. Можно уйти от вопросов и провести маленький эксперимент. Mm-hmm. Вот сейчас мы говорили об опыте, о первых шагах, еще о чем-то, да? А давай просто вот молча посидим. А те, кто хотят, те, кто не хотят, они выключат программу, не будут смотреть, не будут ничего. А кто хочет действительно посмотреть, что такое сознание, что такое чувственное восприятие, кто может прочувствовать, тот прочувствует и поймет, вопросов не задаст. А кто не развил себе этой способности, тот хотя бы понаблюдает за своим сознанием, уже как зритель понаблюдает реально за тем, что рассказывает ему его сознание, да, уже как артист. И почему она рассказывает так? Пусть поругает многих, сознание очень многих людей будет ругать нас сейчас, это нормально. Но многим это даст понимание, что они есть зрители, они не хотят нам желать зла. А вот сознание на нас будет очко переть. Ну, слава Богу, это же их не проблема, правильно? Проблема сознания. Но это даст помощь многим людям, тем, кто хочет познать. Давай просто молча посидим.
интересный эксперимент. На самом деле забавный. Скажу, там говорить не о чем, поэтому они решили помолчать и снять такое кино. Шучу. Конечно, так мирно нас сознание не рассказывало. И вот что интересно, что люди ведь как открытые книги, когда умеешь читать, все шаблон. И знаешь, что самое интересное? Что вот радостно за тех, кто прочувствовал, и абсолютно не обидно за сознание тех людей, ну, которые были даже очень круто к нам. Ну, я думаю, они об этом выскажутся еще некоторые. Но самое главное, что это на пользу. Спасибо. Да не за что. Мне спасибо, я всего лишь человек. Да? Всего доброго.